赵钱孙李周吴郑王冯陈楚卫蒋沈韩杨，天下的闲人还真不少，我这手机里边可装不了。привет，пришла горсточка посылок. Что-то знаю, что это такое, что-то не знаю. Но в основном вечер с распродаж. Сейчас будем смотреть. Первый пакетик. По треку написано gifts. 10 баксов оценены. По треку я не знаю, что это такое. Вуаля. Больше ничего нет. Это два микро-USB кабеля. В принципе, ничего интересного. Простые кабеля. Ну да. Я их ждал. Вот они пришли. Шли. Недельки три. Так. Идем дальше. Вот это я догадываюсь, что это такое. Это должен быть термометром с круглый, да, термометр еще с какими-то функциями. Аниметр. Модель ТХ-108. Стоит что-то порядка 100 рублей. Ссылка, если надо, кину. Термогидрометр. То есть он измеряет влажность и температуру. По отзывам, брал по отзывам, народ хвалил. Всем понравилась такая, да, беда. Ну, сколько градусов пишут? Ну, в посылке было 23-24 градуса. Ну, интересная вещь. Так, идем дальше. Вот это, скорее всего, светодиодная лампочка, купленная на распродаже. Ну да, не скорее всего написано LED light, да. Так. Ну. В общем, так. Цоколь Е27, 36 SMD, 36 диодов, 50 размером, 5730, да. Вольтаж 240. Вам вольт. Не хочет она вылазить. О! Что мы видим? Лампочка, да? Светодиодики. Отверстие для остывание. Слушайте, ну интересно, она стоит, по-моему, в районе 80 рублей. Свет должен быть не холодный, а теплый, белый. Проверим. По цене она сравнима с люминесцентной лампой, что можем купить у нас в городе. Посмотрим. По энергопотреблению должна быть около 11 ватт. Ссылочку также кину в описании, если кому надо будет, закажете. Также отпишусь, как она работает, может быть, фотки скину. Ну и последняя посылка, пакет, точнее, по треку я не знаю, что это такое, его у меня нету. Но я очень жду батарейку для телефона своей супруги, может быть, это она. Так. Это ножички. Это ножички пришли. Вон оно как. Понятно. Интересно. Кредит Кнайф. Или как они правильно называются. Так, повернули. Развернули. Как она работает, наверное. Ага. Так. Таких ножей у меня не было.
увидел у знакомого, решил заказать просто ради хохмы, да, цена у них никакая, но просто форм-фактор сам понравился, да, как канцелярского ножика. Ну, честно скажу, канцелярский нож режет веселее, чем вот это добро. Ну, посмотрим, как бы может эта вещь оказаться бесполезной. Так. Все. Всем спасибо за просмотр. А еще будет отдельная посылочка. Пришел мехмод. Электронная сигарета. Будет распаковка и, возможно, обзор. Всем пока.